второго тура женской высшей лиги сезона 20. Все-таки доведут дело до ума динамовки. Они, конечно же, до удара поворота. Ох, какой момент! Можно пробить, удар поворотом, и... Я думаю, что... Скорее всего, удар поворотом, и Ковальчук с ним справился. Что, смотрим, что здесь дело? Поворотом, и все-таки забивает. Да, сегодня она уже включилась. Разрывается. Ловит туда поворот. Да, попадение. Можно пробить. Короче, прямо, казалось бы, выручает. Да, и офсайд. Нет, один из больших раздражителей. Главное, должен быть нем. Удар поворотом и первый попались дублинчанки, если бы точно было Дэшес. Третий гол, ворота Ковальчук, да. Одиннадцать голов, да, ну и вот. Совсем расклеилась. Ой, Пенка. Офсайд. Второй офсайд. Что ж, друзья,